Анонс 42-й серии сериала «Постучись в мою дверь в Москве». Как мы помним с предыдущих серий, Сергей сообщает сотрудникам, что теперь заменяет отцам. Алина возвращается на работу в холдинг, а жена рассказывает Нине, что Саша и Сергей встречаются. Саша ревнует Сергея к Алине и делится с ним своими переживаниями. Саша и Сергей рассказывают близким, что любят друг друга и не планируют расставаться. Жанна с Ниной недовольны этим и придумывают план, как разлучить пару. Продолжение вы сможете увидеть в очередной серии, которая выйдет уже 23 апреля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.